У нас в кабинете имеется электрофорная машина, а также две пластины, которые будут от нее заряжаться, и шарик, покрытый графитом. Стоит также помнить, что графит — это проводник. Сейчас мы покажем вам опыт с этими предметами. Окей, let's go! Ваше задание будет объяснить, почему именно шарик так себя ведет. Почему же шарик ведет себя так интересно? Графит, как уже было сказано, проводник. И когда он прикасается к заряженной пластине, то эта пластина передает ему свой заряд. Теперь пластина и шарик заряжены одноименно. Одноименные заряды отталкиваются, а разноименные притягиваются. Значит, пластина вот эта будет отталкивать шарик, а та притягивать. Шарик будет двигаться к той пластине. Когда он к ней прикоснется, то он получит заряд того же знака, что и заряд пластины, и начнет отталкиваться от этой пластины и двигаться обратно. И так много-много раз.